Сидите дома? Скучаете? Не стоит! Сейчас я расскажу стихотворение Даниила Хармса «Удивительная кошка». Несчастная кошка порезала лапу, сидит и ни шагу не может ступить. Скорее, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики нужно купить. И сразу собрался народ на дороге, шумит и кричит и на кошку глядит. А кошка отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. Не скучайте вместе с МТС.